Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я буду консервировать салат из розовых помидор. Укладываем в стерильную литровую банку петрушку, лук, помидоры. Наливаем 3 литра воды, добавляем 300 грамм сахара, 4 столовые ложки соли, 200 миллилитров 9% уксуса. Доводим до кипения. Заливаем рассолом и добавляем по 1 столовой ложке растительного масла. Стерилизуем 5-7 минут с момента закипания. Закатываем крышками и ставим под теплое одеяло до полного остывания. Розовые помидоры на зиму готовы. Я открыла одну баночку, чтобы попробовать, понравилось всей семье. Ставим лайк под видео, нажимаем на эту кнопочку, чтобы подписаться на канал. Это бесплатно. С вами была Елена.